Добрый день, уважаемые зрители. Сегодня я хочу показать простой инструмент, которым я буду утрамбовывать песок. Технологию утрамбовки и то, что хочу получить, расскажу чуть позже. Сегодня я расскажу немного об инструменте, который буду делать. Значит, недавно я тут спилил дерево и, собственно, решил из него сделать трамбовочный инструмент. Вариантов, конечно, существует масса, но я решил сделать на данный момент из дерева. Объясню почему. Первое. Основание довольно широкое, можно выбрать. Второе. Он подручный, еще дерево пока сырое, довольно тяжелое, то есть имеет вес. Таким образом, под собственным весом, когда я буду просто поднимать и опускать данный инструмент, он будет трамбовать этот песок. Конечно, вибротрамбовка намного лучше, удобнее и быстрее, но, к сожалению, в данной местности ее взять негде, и поэтому приходится использовать подручные средства. Я отрезал бревно приблизительно метровой длины. Объясню почему. Для того, чтобы не напрягать спину и работать только руками, я сделал так, чтобы, когда будет ручка, рука была почти выпрямлена, ну или чуть-чуть согнута. Таким образом, мне не надо все время напрягать другие группы мышц, кроме как бицепс. Ну, таким образом легкий кроссфит получается. Сейчас я соберу это изделие, на самом деле тут все просто, и потом вам покажу, как это будет происходить. Таким образом у нас получилось вот такое изделие. Здесь забил просто три гвоздя, то есть один посередине и два по бокам под углом, чтобы распределить нагрузки. Таким образом оно просто поднимается, отпускается и под своим весом утрамбовывается. И потом так работает. Более детально я вам покажу потом, когда буду трамбовать землю. Но пока вот такой вот простой инструмент получился из подручного материала. Но опять же повторюсь, его преимущество в том, что он имеет собственный вес, который необходимо просто поднять и отпустить. Не надо прикладывать усилия, чтобы нажимать там или еще что-то, чтобы утрамбовать землю.